Вандалы повредили парк Кировский на правобережье. Они оборвали совсем новые баскетбольные сетки, а также сломали обшивку трибуны. Ее хулиганы оставили тут же. И теперь по всему парку валяется мусор. Причем это происходит уже не в первый раз. Так весной кто-то сломал стены амфитеатра и баскетбольные кольца. В сквере не предусмотрена система видеонаблюдения и нет охраны, поэтому хулиганов установить не удается. Ущерб по предварительным оценкам составил десятки тысяч рублей. Сейчас администрация района планирует обратиться в полицию. Хотелось бы обратиться к жителям, не быть равнодушными, как-то прививать культуру своим, может быть, детям, может быть, культуру своим знакомым, чтобы все-таки беречь то, что мы сегодня делаем для всех жителей Кировского района, и чтобы это не относились с таким вандализмом.